Змонтированы, проходят апошнюю проверку и на тыдні начинают працевать. Новые рентген-установки разного класса поступили у лечебные установы в области. Докладнее их 7, 3 накированы менавіта у поликлиники Могилева. Одна из рентген-установок смонтирована у центральной поликлиницы Могилева. Хутка яна прыме эстафету своей состарелой напарницы. Новый аппарат позволяет робить широкий спектр рентген-обследований. На службу пришли сучасные лічбавыя технологии. Изображение будет высококачественное. Мы, врачи-рентгенологи, можем как-то поиграть с изображением, мы его можем поменять. То есть это контрастность, жесткость, увеличить, подсветить и так далее. Таким чином рентгенологичные здымки будут больше информативными. Медперсонал прошел переподрыхтовку. И хоть сучасная аппаратура все складание, и працевать на ее легче, кажут врачи. Есть свои плюсы и для пациентов. Буквально считывается кассета и тоже появляется на компьютере. Мы его обрабатываем и отправляем на стол к врачу. Мы не используем проявочную машину, не используем растворы. Это все сокращает время исследования как для нас, так и для пациентов. И мы можем принять большее количество пациентов. Аппаратура не танная. Например, у центральной поликлиницы установка коштовала 270 тысяч рублей. Закупки робятся за республиканского бюджета в межах программы по переобсталяванию медустанов. Это, в свою чергу, позволяет полепшить якость и доступность медпослуг. Переоснащение рентгенологическими аппаратами получили еще и 5-я поликлиника города Могилева и 11-я поликлиника города Могилева, где, можно сказать, аналогичные аппараты также уже установлены. Повышается пропускная способность аппаратуры, большее количество исследований можно сделать в смену, что позволит не допустить образования каких-либо очередей. Еще один, напевно, самый великий плюс переобсталявания новыми сучасными рентген-аппаратами – это снижение радиационной нагрузки при обследовании. Катерина Городницкая, Виталий Алексеенко, новини региона.